В баскет-холле, где тренируются и принимают игры баскетболисты триумфального клуба «Уникс», прошла встреча известного игрока команды Вадима Панина с болельщиками клуба. Здесь каждый смог прикоснуться к мечте и дать пас именитому баскетболисту. Усталость я чувствую, напряжение, потому что с игроками «Уникса» играть тяжело, у тебя все из рук валится, как бы переживаешь, что сейчас проиграешь, все. Очень приятно смотреть за ребятами, которые действительно стараются, улучшить свои какие-то баскетбольные качества и попасть в первую команду стремятся. И также они ходят на матчи основной команды, смотрят. Поэтому я думаю, что главное заниматься, стараться, и обязательно должно что-то получиться. Это намного лучше, чем, просиживать у телевизора, у компьютеров или еще что-то делать. Профессиональным с «Униксом» мы играем первый раз, мы встречаемся не первый. Мы уже много раз брали у них автографы, всякие блокады у них из рук, фоткались, там вообще миллион раз. Участники мастер-класса – это частые зрители на матчах «Уникса». Вадим Панин и спортсмены клуба поддерживают юных фанатов, иногда даже проводят совместные тренировки. Мы поинтересовались у Вадима, что бы он пожелал себе в их возрасте. Хороший вопрос, да, иногда об этом думал. Я думаю, если бы у меня, конечно, были мозги, как сейчас, у меня 20-летнего, наверное, может быть, было что-то по-другому. Хотя я думаю, что ничего бы назад не возвращал. Главное, я думаю, когда ты молодой, работать, стараться не опускать руки. И, например, все равно будут какие-то неудачи, и на них не расстраиваться, а делать правильную работу над ошибками и просто двигаться вперед. Звезда «Уникса» своим личным примером привлекает юных спортсменов в баскетбол. Глядя на Панина, глаза загораются не только у ребят. Я играю с профессионалами, мне это нравилось. Я обычно всегда, хожу одна на тренировку, я с мальчиками играю, одна из мальчиков все время. Кстати, совсем недавно начался новый сезон Евролиги. Хотя первая игра завершилась не в нашу пользу, Вадим уверен в успехе своего клуба. У нас старт немножко неудачный, но мы были близки во всех играх. И тут, я думаю, просто надо гнуть свою линию, и победы придут, и в конце будет каждая какая-то победа на вес золота. Юные болельщики «Уникса» всегда поддерживают любимый клуб и остаются ему верны даже в случае неудач. Вадим Панин очень хороший игрок. Он много открывается, много попадает. Как сейчас трешку забил решающий, он всегда такие забивает. У него и еще он хорош тем, что нашел себе такой клуб, как «Уникс». Хорошие друзья. Я надеюсь, что баскетбол будет забиваться. Если не полностью, то почти. И для нас это будет хорошей помощью. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.